Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду вас всех искать. Настя, ты так легко спряталась и все? Настя, Настя, Настя. Ну, Настя, не прикалывайся, я тебя нашла. Даша, ты что, не видишь? Я восковая фигура из музея Мадам Тюссо. Мега-суперстар Анастасия II. Ну да, вижу. Мы вообще-то в прятки играем. Ты мне лучше скажи, где Катя, Оля и Влад спрятались? Я думала, ты мне поверишь и не заметишь. Не знаю, где они спрятались, сама ищи. Ты хорошо подумала? А если так, у меня есть бабосики. Бабосики? Доляры? Ну, бабосики никогда лишними не бывают. Хорошо. Оля пошла на улицу, Катя в гардеробной, а Влад, по-моему, пошел на второй этаж. Ну вот, а ты говорила, не скажу, не скажу. Ох, я как раз себе хотела к лету новые кофточки купить. Игорь плюс Даша, Леха плюс Даша, Рома плюс Даша, Ваня плюс Даша, Алекс плюс Даша? Она что, любит всех этих пацанов? Алекс, Леха, Игорь, Рома, Ваня. А где же я? Где же Влад? Ну, Даша. Влад плюс Даша. Ку-ку, а я тебя нашла. Даша, как ты так быстро меня нашла? Как у тебя получилось? Ну, знаешь, Настенька сдала тебя. Я ей бабосики заплатила, вот она тебя и спалила. Ах ты, Настя! Одну держи! Катя, я знаю, что ты здесь. Выходи. Откуда ты знаешь, что я здесь? Ну, мне интуиция подсказала. А если честно, вас всех Настя сдала. Ну, Настя, держись, Оля, я с тобой. Настя, ну ты, Настя, с тобой. Настя, отстань от меня. Нет, не надо вылетать. Вот это вот я понимаю. Влад плюс Даша. Подруга называется. Для чего ты нас дала? Не, ну девочки, вот как бы вы сделали на моем месте? Мне Даша бабосики предложила. В
Впереди лето, мне нужны новые кофточки. Вы бы тоже так сделали, я уверена. Нет, ты же наша подруга. Мы бы так не сделали. Девочки, а никого не напрягает? Где Влад? Ну я же тебе говорила, он на втором этаже. Салют, девчонки. Мне там уже надоело сидеть. Даша, ты почему меня не искала? Да, я вот тут наблюдала, как девочки за Настей бегали. Забавненько было. Ладно, ребят, я сейчас приду. Девчонки, посмотрите, что я у Даши в письменном столе нашел. А что там? Что там такое? Чего ты там сидишь, как принц развалился? Иди сюда, показывай, что там у тебя. Ну, показывай, что ты там нашел у Даши в столе. Берите, читайте. Влад плюс Даша. И это все в сердечке. Влад, и что дальше? Настя, ну что значит, что дальше? Я это нашел в Дашином письменном столе. Она меня любит. Влад, это просто бумажка. Она ничего не означает. Успокойся. Может, ты их сам написал? Девочки, вы что, мне не верите? Я это нашел в Дашином письменном столе. Она меня любит. И я вам это докажу. Ну давай. Влад, ты чего? Ты что, с ума сошел? Даша, ты почему так реагируешь? Я тебе не нравлюсь? Да просто я это... Ты меня напугал очень сильно. Я хотела выпить молочный коктейль. Ты мне ответь, я тебе нравлюсь или нет? Ну, я, пожалуй, пойду делать молочный коктейль. Эти девчонки никогда правду не скажут. Ну что, ухажер, получил ответ от Даши? Нет, не получил ответа. Какая-то странная реакция у нее была. Конечно, подходишь сзади резко, обнимаешь. У меня бы тоже такая странная реакция была, как у Даши. Все понятно. Настя, идем за мной. Так, Настя, мне нужна твоя помощь. Бабосики есть? Какие бабосики? Тебе что, одни деньги нужны? Нет у меня их. Ну нет, так нет. Я пошла. Стой. Ладно, есть у меня бабосики. Столько хватит? Столько? Ну, хватит. Говори, что ты там хотел. Оль, слушай, как ты думаешь, о чем они там трындят? Не знаю, но, по-моему, Влад ей там деньги предлагает. Настя, и самое главное, чтобы это выглядело правдоподобно. Ты меня поняла? Да ладно, я все поняла. Говори, где целоваться будем? Ну что, девчонки, Даша смотрит? Нет, она не смотрит. А что вы задумали? Чш, девчонки, я хочу, чтобы Даша начала меня ревновать. Да она не видит. Сейчас я пойду ей покажу. Даша, там Влад с Настей обнимаются. Походу, они сейчас будут целоваться. Чё, серьезно? Сейчас в группу отправлю всем друзьям. Ты чё, они сейчас будут целоваться. Тебе что, все равно? Ты даже не ревнуешь? Да нет. Пусть себе целуются на здоровье. Да? Ну ладно. Влад, Даша тебя не ревнует. У тебя шансов ноль. Ну все, Влад, видишь, ничего не получается. Даша не поверила, так что все, я все сделала, то, что ты просил. Оля, пойдем за мной. У меня есть бабосики, мне нужна твоя помощь. Много? Какая помощь от меня требуется? Оля,
Ты же прекрасно знаешь, как мне нравится Даша, но она не обращает на меня внимания. И с твоей помощью я хочу, чтобы она приравновала ко мне. Ты мне поможешь? Да легко. Что нужно делать? Погнали! Классные магазины одежды понаходила. Там такие шмотки, и кофты, и штанишки, обувь, там такие яркие кроссы заказала, буду летом ходить. Да, еще и шортики заказала, там разные, и синие, и черные, и белые шортики. Белые шорты я себе давно хотела, буду перед мальчиками ходить, выпендриваться. Что-то она вообще на нас внимания не обращает, по телефону разговаривает. Не отвлекайся, давай реально будем целоваться. Даша ничего не видит, пойду ей скажу. Ну окей, все, давай, рада была тебя слышать. Слушай, Даша, там Влад с Олей целуются. Да что ж вы ко мне все пристали? То Настя с Владом целуется, то Оля. Мне-то все равно. Тебе что, пофиг? Влад тебя любит, и он от тебя по-хорошему не отстанет. Ой, если я буду игнорить, отстанет. Даша, я его знаю, он просто так не отстанет. Давай что-то придумаем. Ну давай, пошли отойдем. Слушай, объясни мне, пожалуйста, почему Влад сегодня какой-то такой странный? То с Настей тут целуется, то с Олей. Все очень просто. Он подкупил девочек и хочет, чтобы ты ревновала. Надо что-то с этим делать. Серьезно? Ради того, чтобы я ревновала? Ну это ж глупо. А я тебе о чем? А давай прикольнемся, что ты типа по девочкам не любишь мальчиков. И Настю подговорим, и Влад от тебя отвянет. Оля! Влад! Вы не поверите! Там Даша с Катей целуется! Идемте, я вам покажу! Даша, они уже идут! Давай целоваться! Она чё, не по мальчикам? Вот это мы кино сняли. Всем привет! Ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И давайте наберем 20 тысяч лайков, если вы хотите продолжения. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Мы вас всех очень любим! Муа!